А сейчас перейдем к основным правилам эксплуатации кровли из полимерных мембран. Все работы на кровле проводятся работниками, прошедшими обучение. Запрещен выход на кровлю без сопровождения работника, отвечающего за эксплуатацию. Выход на кровлю разрешен только в обуви на мягкой подошве. Установку нового оборудования на кровле производят по утвержденному проекту. Вся информация по эксплуатации кровли заносится в журнал эксплуатации. Для оценки состояния кровли необходимо проводить регулярные осмотры. Дефекты необходимо устранять на ранних стадиях их появления. При каждом выходе на кровлю вносятся соответствующие отметки в журнал выхода на кровлю. Есть особые правила эксплуатации кровли в зимний период времени. Запрещается выход на кровлю и эксплуатация кровли при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов. Очищайте кровлю от снега только пластиковыми деревянными лопатами. Оставляйте на кровле защитный слой снега не менее 10 сантиметров. Запрещается применение механизированной техники для уборки снега. Рекомендуем передвигаться по кровле только по защитным пешеходным дорожкам. Соблюдение правил эксплуатации кровли с полимерных мембран позволяет избежать протечек и увеличить межремонтный период.